С оперативной сводки о проделанной работе по уборке снега с улиц Самары началось еженедельное совещание в мэрии под председательством главы города Елены Лапушкиной. С 1 февраля с городских улиц вывезено почти 90 тысяч тонн снега. На сегодняшний день в Самаре выпала половина месячной нормы осадков. Фактическое состояние УДС на сегодняшний день. Проезжие части тротуара дорог 2-4 категории расчищены полностью, обработаны ПГМ. Дорабатываются, как обычно, у нас, собственно, тротуары. Возможность беспрепятственного движения общественного транспорта и пешеходов обеспечена. Для качественной уборки дорог припаркованные с нарушением правил дорожного движения автомобили эвакуируются. За последние сутки совместно с ГИБДД на штрафстоянку отправлено 8 таких транспортных средств. Всего за неделю забрали 36 автомобилей. Главы районов отчитались о состоянии дворовых проездов, тротуаров и подходов к подъездам. Уборка снега на придомовых территориях входит в обязанности управляющих компаний. Администрации районов не оставляют без внимания случаи недобросовестной работы обслуживающих организаций. На прошлой неделе выезжали вместе с сотрудниками прокуратуры. 8 числа составили 7 актов о ненадлежащем содержании в адрес управляющих организаций. Итого за текущий период 75 актов составлено. В настоящий момент 30 еще находится в прокуратуре. Ждем, когда придут административные материалы в комиссию на их рассмотрение. В ГЖИ отправили 24 материала. На совещании затронули вопрос уборки снега с частных территорий. Глава Самары отметила неприемлемость складирования такого снега на улично-дорожной сети города и призывала хозяйствующие субъекты вывозить этот снег на полигоны. Это позволит минимизировать риски подтопления территорий в весенний период. Это касается абсолютно всех глав внутригородских районов, это касается наших подрядных организаций, тоже работать совместно с учреждениями, которые так доброжелательно выталкивают снег на улично-дорожную сеть, не неся за это никакой ответственности. Свою территорию почистили и, в общем-то, оставили проблему решать дальше за счет бюджетных средств. Уже сейчас надо готовиться, и пока снега нет, у нас снегопада, надо увозить снег с подтопляемых территорий. Работа по уборке снега в городе продолжается. В дневную смену 12 февраля на уборке городских территорий задействовано 307 единиц техники и 3272 дворника. Проводят работы по очистке проезжих частей, тротуаров и вывоз снега. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни вновь ожидается снежная погода. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.